следует испугаться, и в целом ситуация в стране. Очень страшное кино. Да, на самом деле это хоккейные вратари, испугавшиеся информации о курсе доллара после выборов. Следующий на нашу дорожку выезжает техника на грани фантастики. Конечно, это кинотехнический кран. Вот и за ней, за этой машиной, это, кстати, реально действующая модель, а наверху реально действующий кинорежиссер, как видите, выходят актеры прошлых лет. Среди них, кстати, видно и актера 1990-х, вот он, кстати, да. Ну или директор киностудии собственной персоной, конечно же. Да, сказать, давайте собственной роли. Поаплодируем киностудии, друзья. У них впереди большие перемены, мы очень надеемся на это. Не спешите, пожалуйста, наши участники парада. Тем более, что дальше это не просто парад, это целый бал. Бал из фильма про трех мушкетеров. Один из самых любимых и невероятно популярных фильмов Одесской киностудии. Давайте поаплодируем артистам и тем, кто сегодня играют роли известных, легендарных кинодеятелей нашего любимого кино. Кстати, может быть, вы не знаете, Арамис представлял Одессу на конкурсе красоты «Арамис мира 2019». Это было пару дней назад. Да. Кстати, вы наверняка узнали героев еще одной гордости Одесской киностудии, хотя других... Остановитесь, ребята. ...случаев и нет. Место смеха изменить нельзя. Сегодня у нас, конечно же, герои популярнейшего фильма про место встречи изменить нельзя, про Шарапова, про Жеглова. И, конечно же, банда «Черная кошка», которую сегодня символизирует настоящая женщина «Черная кошка». Девушка, помашите нам, if you speak Russian, Ukrainian. Thank you. Да, друзья, вот такое вот объединение двух миров. А как ты объяснишь вот это? Друзья, посмотрите, у нас в гостях байкеры, но, конечно же, среди них вы узнали настоящего железного терминатора. Вот он украл себе красивую девушку. Обратите внимание, не выезжая из Одессы, можно забрать себе с собой. Он спрашивал, вот это Сара Коннор выйдет, а Сара, как обычно, в Одессе занята. И он говорит, тогда ты поехали со мной. А рядом, кстати, с терминатором находится еще один легендарный мотоциклист. Это тот самый жулик и бандит Ури, который пытался украсть электроника из фильма про приключения электроника Одесской киностудии. Но судя по его лицу, выражение лица, он все-таки нашел, где у электроника кнопка. Спасибо, ребята, спасибо нашим друзьям-мотоциклистам. Ну и помните, что байкеры преследуют регулятора не зря. Ну, кстати говоря, друзья, если вы кого-нибудь из этих ребят узнаете в 2 часа ночи на проспекте Шевченко или на Лиздорской дороге, просто помашите рукой в окно. Если успеете. Да, конечно, я хотел сказать, что за Терминатором они едут не зря, потому что, как вы помните, Терминатор отобрал у них мотоцикл и одежду в фильме про Терминатора 2. А теперь горбатый, друзья, вот он, главарь банды. Конечно же, про фильма «Место встречи изменить нельзя». И обратите внимание, новый рекорд Одессы по такси. Это еще и такси 4. Еще вчера он был на литовских номерах. Горбатый запорожец. Конечно же, ЗАЗ 965. Обратите внимание, тот редкий случай, когда мужчина несет большой продолговатый предмет, остановитесь ненадолго, мужчины, и при этом им весело. Да, это редкий случай. При этом они ни разу не коцнули фарфоровую ванну об лыжную мостовую. Кстати, почему фарфоровую? Это герои фильма «Зеленый фургон», но изначально должен был называться «Зеленый фарфор». Вот. Спасибо, теперь он так черный. Да, и ребята несут ее торжественно дальше в бюро услуг здесь недалеко на Греческой. Да, бюро ванных услуг. Да. Следующая группа наших киноманов и юмористов, это, вы знаете, это продолжение истории про электроника, это знаменитые одесские близнецы. Давайте поаплодируем, друзья, почти всех близнецов Одессы сегодня удалось собрать
на одной красной дорожке. Как вот, видно, чьи родственники собрались поприветствовать. Простые одесситы, простые близнецы и... Ой-ой-ой, это же близнецы, братья юмора как такового. Да, это самые смешные люди не только мира, но и, конечно, не только люди. Остановитесь, розовый кадиллак. Стойте, розовый кадиллак, или как у вас там это называется, этот Мерседес называется. Да, это же это лидеры смешного ковчега. Люди, которые насобирали в один автомобиль легенд одесского юмора. Бог дал им дар смешить людей, костюмерные костюмы и носы. Но это только внешняя обертка. А на самом деле они внутри очень серьезные, очень крутые. Борис ровно, где-то там. Да, ровно 219 самых смешных людей в одном месте сейчас собрались. Вот вы видите, кстати, в черном костюме, это самый первый клоун на планете, от которого произошли все остальные не такие мохнатые. Клоуны, конечно. Да, возрадуемся же этому. За ними, смотрите, гигантский, смешное в ковче, как мы его называем, на котором собрались все жанры комедии. Это же неужели что? Ой-ой-ой! Наконец-то лимузин Диада. Комедиада сегодня здесь, весь модный мир. Ого! Клоуны умеют удивлять. Да. Кстати, ребята согласились в этом участвовать, несмотря на то, что изначально их погрузили в товарняк и повезли на раздельную. Да. Комедиада еще сегодня будет на сцене у нас. И, кстати, водная и подводная тема тоже еще обязательно себя проявит. Да, следующая платформа, следующие делегаты нашего кинофестиваля это... боже мой, это же продолжение цирковых мастеров. Вторая часть... Циркозонского балета. Да. Отстали. Друзья, помогите найти. Потерялся мальчик в черном с чемоданом. Ему сказали только направление. Чемодан, вокзал, Юморина. И вот он дошел. Вот он здесь. Смотрите, он встретил дедушку. Они потерялись 82 года назад. И наконец сбылось. Легенд, вы слушайте, какая красота. Просто уступили место людям, артисты, обычным одесситам. Пожалуйста, черемушек, люди. Посмотрите, как сейчас выглядят обычные черемушкинские стиляги. Вот. Ну, и, кстати, обратите внимание, в красном это новое, планирующееся к внедрению в Одессе в 2020 году модель общественного транспорта. Красный маршрут к... Как тебе это, Илон Маск? Так, отлично, отлично, спасибо. Ну, кстати, обрати внимание, девушка в красном демонстрирует, что она уже 4 раза была замужем, и ничего, прекрасно себя чувствует, 4 кольца, а как и тогда, тихо, как и полтора года назад. Сеанс гипноза смотреть, заодно это еще и бюро знакомства, потому что люди до этого не знали друг друга, как вы видите. Сейчас небольшой номер, смертельный, скорее всего. Тихо, тихо, можно музыку, да, музыку приберите. Сейчас будет действо, тихо. Боже, вот это да, вот это интерактив. Простые люди, уже артисты. Спасибо, спасибо нашим друзьям со смешноевого ковчега. Сейчас ждем, ждем, что музыка, аплодисментов не слышно. Давайте, друзья, люди с... Отличным слухом ждут ваших аплодисментов. Да. Ура! Спасибо! Уходите! Спасибо.